О, кто это там? Дэн, опять ты? Узнаешь? Гонконг, ночной Гонконг. Юля легла спать. Пришлось ее разбудить. Я ничего не вижу, потому что светит два на меня софита. Здесь промышленная зона. Валяются железо на дне. Промышленные стоки. После купания выпадают все волосы. Ну, чего не сделаешь ради шишки? Температура воды 22, я думаю. Воздуха 24. И еще. Это новая волна в купаниях для шишки. Вперед! Дэн, здорово! Гонконг! Море! Ура!